перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Старые ковры, помять дырявые углы, как вы. Сбук я могу построить избу. Я бью по голове, я поймаю звезду. Я даренный не смотрит. Зубы даренный, ножи как гремены. А бог как наемники, мы тут на ляне. На гремены встал, на ляне, на ляне, на ляне, да. Здорово. Никитос, не пали текст. Да, просто прямой эфир. А, розыгрыш? Нет, не розыгрыш, нихуя не выйдет с розыгрышем, ребята, вообще не получается. Просто так? Просто так. По кайфу, чисто по кайфу, чисто просто. Развлечь подписчиков, да? Поторговать ебалом. Здорово. Здравствуйте. Да, я приехал в Питер, вот, пытаюсь выучить текст. Ну, я думаю, все будет нормально. Мы справимся с этой нелегкой задачей. Мы уже с Парагваем справляемся 1-0. Да, да, вот Никитос и башит там фифу, блядь, просто. На экстрахарде, блядь. Мировой класс, сучка. Сучка! Барса-Челси, смотри обязательно. Да, по-любому, короче, будем смотреть Барса-Челси. Кстати, ваши ставки, господа, давайте зарядим охуительную ставочку. Посоветуйте нам, короче, ну, кто шарит вообще. Ну, коэффициент, все дела, какой-нибудь бодрый. Я вот думаю, что будет 2.5 больше. 2.5 больше пиздатая ставка. Коэффициент 2 почти что. Че, Никитос, какая у тебя? 2.5 больше, коэффициент 2 на такую хуйню. Короче, Никитос считает то, что... Смотри, я гол забил. Смотрим гол. Смотрим гол. Кто забил? Фарлан. Диего Фарлан. Фарлан забил. Старики атакуют. Вот он, вот он. Вот он, красавчик. Ой, бам! Вот это панчлайн, блядь. На, блядь. Охуительно. Вот, короче, я считаю то, что, ну, короче, наверное, будет, скорее всего, ничья. Играют в Англии. Получается, да, Челси все дома играет. А может, подготовитесь... рвать на битах? Вопрос такой. У нас? Да, да, у нас. К нам, нам задают вопрос. Может, подготовимся? Может, подготовимся? Ну, в натуре. Да мы уже готовы. Барса что-то проебывается. Я думаю, что Челси выиграет. Вот, пишет Валера, по-моему. Слушай, ну, я не знаю, на самом деле. У Челси проблемы сейчас. Серьезно. Серьезные? Насколько серьезные? Они проебали финал 140 BPM? Челси проебал финал 140 BPM. У него сейчас проблемы серьезные. Очень серьезные. Они купили Рики Эфа, нахуй, в нападение. Рики Эф чисто, да. Флипает в нападение. Читать с телефона — это наша фишка, братан, да. Ты на... А, кстати, есть такая еще ставка на угловые, типа. Ну, и что? Хуй знает. Да это какая-то дрочь, но я такой не люблю ставить. Ну как повезет, короче, да, вот угловые. Это что, это, допустим, одна команда будет давить. И, ну, там уже будут, короче, ну, удары там и так далее. Почаще прямые эфиры. Обязательно, просто на самом деле не люблю, блядь, часто проводить. Да нихуя я не подготовил, я хорошо подготовился к финалу, я выучил текст. Просто, как сказать, графоманство ебаное это все. Сами подумайте, сколько, блядь, батлов было. 6 батлов было и с одним и тем же типом, типа, ну, как бы, 2 раза, блядь. Прикинь, 6 батлов с одним и тем же хуярить. Всю, блядь, жизнь, каждый день, блядь, всю жизнь, да. Это как СД с Хайдом, там, сколько они раз ебашились. Да у меня камера, пиздец, там и я перегаром на нее надышал, она такая теперь стала очень мутная. Че, смотрели батл Гуф Птаха? Че, как вам вообще этот грандиозный батл?
Там Птаха у меня строки спиздил, вы знаете об этом? Он, короче, сказал, там что-то про масонов говорил. Я смотрю, такой, ёбнуться, ман, просто пизда. Чё, так я не буду показывать. А, это ты забил? Да. Блядь. Чё, как вам батл? Хуйня батл? Ну а все же харизма какая-то там присутствовала же, правильно? Что там? Не, ну там Гуф что-то прикольные строки там типа делал. Ой. Чё, как дела у вас вообще, пацаны, блядь? Я вообще не спал уже, наверное, нормально, двое суток. Не, Гуф разъебал по-любому, Гуф сделал прикольно. По-своему чисто. Фит с Никитой, вот мы пишем фит с Никитой, пытаемся запомнить. Тоже, между прочим, вариант возобновления или наоборот, продолжения атаки, а вот чем хуже? Почему же только пацаны спрашивают? Ну это, извини, пожалуйста. Будни, ёпта. Изи Голд, чё? Изи Голд, прости, пожалуйста, что я назвал тебя пацаном. Они болят после пати. Чё, блядь? Стали тёлок трахать просто. Реально, вчера 6 захуярил, вообще устал. Нихуя он туда. Ты ведёшь список, да, такой определённый, типа? Ну тут хорошо, да, конечно. Родригес молодец, разобрался. Ёб твою мать, это Грайм зоопарк. Ну еще голоса что-то сели, вообще жесть, нужно как-то это исправлять. Уже через 3 дня батл, нужно нормально себя чувствовать. Да, в Питере я сегодня прилетел. Желают нам удачи на рвать на битах, спасибо. От души. От души, душевно душу. Никита, будет фит с диктатором у тебя? Пока не планируется. Так, по волне все возможно. Все возможно. Но не в ближайшее время. Иди, говорит, сюда, помоги-ка нам наладить игру, а то что-то не получается. Вот такие слова сказал тренер. Мне не очень нравится, когда процент владения мячом... Мне не очень нравится, когда процент владения мячом уменьшается. Мне не очень нравится, когда процент владения мячом уменьшается. Никитос, зачитай, кого ты пародировал? Кого ты пародировал? А кого я пародировал? Ну там типа... Сейчас, подожди. Я не буду эту хуйню зачитывать, блядь. Пусть отправляют косарь, блядь, на Киви вот. Коселёк, и я зачитаю эту хуйню. Такие вот условия, ребята, просто суровые. Косарь на Киви кошелек за 80. За кого ты пародировал? За кого ты пародировал, да. Кого ты пародировал, ебучи Буратино? Почему отморозки? Почему так назвались? А почему бы и нет? А почему бы и нет, действительно. Это самый охуительный ответ, который может быть. У ваших соперников нет шансов. На самом деле, блядь, что тут говорить, как бы любой может удивить. Они готовились целый год, полгода, сколько там давалось? Ну, блядь, 3 месяца точно, блядь, да? Они готовились с рождения. С рождения готовились, блядь. Они еще в прошлой жизни готовились к батлу. Arctic Play пишет, скидывай кошелек. Никитос, можем за пивасом сгонять сейчас. Давай, скидывай. Реквизиты. Мози Монтана, 1337 год, пишет.
Что, Сбербанк или Киви спросили? Это мне кинул комментарий, да, можно написать? Так, Сбербанк или Киви спросили? Так, уважаемые члены нашего собрания сегодняшнего, Сбербанк или Киви? Что удобнее для вас? Никита, скинь Киви. Эй, Никита. +7, +7, +9, +9. Короче, я скидываю за Никитоса. +7, +9, +9, +9, +246. +7, +9, +9, +9, +246. 246. 62, 68. 62, 68. Да. Итак, я скинул эти легендарные цифры в комментарии. Где Кило? Кило стримит. Где Кило? Кило. Кило, я хочу текилу, блядь. Гоу Кило стримит сейчас? Да. Серьезно? Серьезно. С донатом? Наверное. Спросил, а где это? И Музи Монтана написала то, что она скинет нам косарь. Ждите косарь. Вещи. Давайте сделаем вещи, пацаны. Что, подурим? Музи Монтана? Музи Монтана. А трушная Музи Монтана? Да я не знаю, я не проверял на трушность. Так посмотри. На вшивость. А как это сделать? Блять, перейди по ее иконке. Она уже ебала. Ну, то очень быстро, видишь, сейчас идет. У нее ник Музи Монтана? Да. Сайонара бой еще у нас пишет уже. Сайонара. Всем сайонара. Короче, все рэперы ушли в блогинг. Ну, на самом деле, а хули делать, еблом торговать? Надо же как-то, да? Блог-догинг, ёпта. Как? Блог-догинг, все рэперы ушли. Блог-догинг. Делай вещи, делай новый мерч. Короче, новый мерч вот сделал, будет в конце февраля. Свитшоты будут. Бля, что там происходит? Что так? Спамеры в натуре. Баньте спамеров. Так ты же, блядь, начальник трансляции, да? Нахуй. А как это сделать? Я не знаю, ты можешь эти уведомления нахуй отключить, чтобы они не играли? Я могу без звука поставить. Чтобы оно чисто только вибрировало. Вот, это хороший совет. Да я приму заявки, вы просто, ну, в сообщении пишите. Просто косарь как бы скиньте. Просто косарь скиньте. Он все заявки примет. Просто кэсик скиньте, не надо, и все. Ох ты ж, блядь! Вот это было сильно. Чё там? Да, как штангу зарядил. Она чуть не сломалась. Макс Кири, 1-2-4. Скиньте Макс Кири на лечение, баба Калина. На футбол. На фразу чисто, пошел нахуй. Макс Кири на теплицу скиньтесь, пацаны, там он это. В кикстартере проект какой-то. А чё такое кикстарт? Как? Кикстартер. Это что такое? Помощь проектам, если у вас есть бизнес-проекты, и ваша идея, блядь, охуительная, но у вас нет денег, вам могут помочь через этот, типа, как фонд сберегательный, не знаю. Ну, типа, туда все донатят, короче, кому пока. И могут люди собрать деньги на всякие мужики нормальные. Это типа, как этот, крафтинг называется, да, или что? Да, вот это тоже из этой серии. Разные есть платформы. Короче, Макс Кири нужно на теплицу. Теплицу, блядь. И на баню еще. А, да, кстати. Пиздатый был видос про баню, если вы не смотрели. Обязательно чекните эту хуйню. Бля, я проебал сообщение. Саня, Никита, ребята, вы лучшие, мы вас верим. Мы вас тоже верим. Спасибо, пацаны. От души. Нет, не майнинг. Майнинг это вот эта вот хуйня, нужна много энергии, да, типа на это. Не, майнинг же, это дрочь. Это с биткоином связано, блядь. Я ебанулся, как биткоин вниз. С криптовалюта. Нормальное, кстати, название для альбома. С криптовалюта. Ну, для скриптонита. Север 5-1. В нашем сердце, брат. Тут Парагвай, Уругвай 3-2. Если я протру стекло, еще хуже будет, наверное, нет? Я его заляпаю.
Я хотел киргизский плов. Но его не дали. Никитка Манлав. По тебе сохнет Альбина Вайс. Альбина Вайс, ты самый сокровенный прайс. Ты хочешь вайп? Все хотят вайп. Сколько... опять Музи Монтана включилась в диалог. Сколько стоит фристайл от Ноунейма? Скидывайте косарь, он зафристайлит непременно. Прямо на эту ебанутую камеру. Чтоб мы пересели с майбахов на хаммеры, блядь. Сзади с чем бутылка, блядь? Какая бутылка? Да? А, бутылка... Хуй знает с чем, даже не помню уже. Да, блядь! Сколько стоит, чтобы раскатать Никиту Фифу? Бесценно. Для всего остального есть мастер-карт. Такие вот дела. Мастер-карт. Камера говно, пиздец. Я даже тут с вами поспорить сложно. А чё у тебя пищит? Так включи фронталку. Так я фронталку и включил. Ой, ёпта, эту. А, ты так и сможешь их, да, читать? Да. Нет, короче, знаете, почему такая хуёвая камера? Я просто в поворот пошёл резко, и у меня телефон улетел с турбины, ну, вот этой вот, с торпеды, короче, передней. И она, а окно было открыто, и оно прям, короче, телефон просто вылетел на асфальт. И причём экран не разбился, но вот камера поцарапалась, поэтому такая вот хуйня. А сколько до матча осталось? Да, немного, на самом деле. Надо вообще идти нам. Да? Да. Чё, будут касать-то нам на пивас закидывать? Пивасом идёте, будете закидывать. Пойдём с нами за пивасом, ребята. Закиньте касать только на Киеве, мы пивасы купим. Меня спрашивают, ты реально поставил деньги на Шума? Да, я реально поставил деньги на Шума. Мы сорвали большой куш. Я не знаю, как это делается. Пусть GoKilla запросит этот. Можно же, да, делать так, как этому? Как в скайпе, да, в инстаграме? Что? Чтобы он подключился к трансляции. Как-то можно. Я просто не шарю. А чё GoKilla там пиздит? Я не знаю. О чём разговаривает с вами киргизский скепта? Ну, в данный момент. Просто объясните мне. Вы, блядь, как вообще два стрима одновременно смотрите? Вот это вот. Самое охуенное. Один, наверное, с компа, другой с телефона или в разных ссылках. Если я дам косарь, он сколько будет читать? Это, знаете, как антикафе, блядь, знаешь, ты, короче... Да-да-да, ёпта. Про концерт двухчасовой, ёпта, будет. Концерт двухчасовой, концерт, блядь. На самом деле, да, можно ставить прямой эфир, куда-нибудь поставить камеру и... Пошли за пивасом, потому что мы пизда. Короче, нужно идти за пивасом, потому что... Пизда. Да, потому что пизда, потому что все закроется. Первый город Харьков. Да. Просто будем дичить Порошенко. Я ни во что не играю в компьютер, потому что не умею им пользоваться, блядь. Вообще, блядь. Это такой пиздец. Ну, недавно же был этот, короче, стрим на Rap News, вот. Когда мы смотрели наш батл финальный. Вот. И я вылетел просто. И не смог зайти обратно. Приезжайте в Запорожье. Музи Монтана живет в Запорожье. Ты знал об этом? Да. Землячка моя. Моя землячка. Музи Монтана спроси, на пивас денег будет кидать? Да, да, тут Никитос тоже спрашивает. Музи Монтана будет на пивас денег кидать нам?
Просто нужно продезинфицировать организм после вот этих вот дальних перелетов. Я сегодня летел на самолете, и, блядь, весь самолет был желтым. Потому что, блядь, одни китайцы, короче, были. Я не знаю, там северное сияние, все дела у нас в Мурманске. Видимо, вот им это интересно очень. Конечно, интересно. Конечно. Китайцы платят за северное сияние, хоть оно бесплатное для всех. Ну да. Да как долгил подъем? Вот. Хантер, когда альбом? Я не знаю, все как бы с битмейкерами. Бля, нужно одеваться, да? Че, давай сынок, надо в темпе. В темпе вальса. Чтобы успеть за пивасом. Скажи, пожалуйста, ты хочешь вайб? Скажи, пожалуйста, где моя карта? Где карта вы, Никиты? Скажите, пожалуйста. Вы не видели карту Никиты, бля? Мы ищем карту Никиты везде. Давай ты оденешься, и мы попиздим уже. Давай. Я сейчас карту найду, и мы попиздим. Передай привет Салихарду. Салют, Салихард. Я видеть вас очень рад. Прервать, наверное, трансляцию, потому что никак по-другому.